приготовила такой вкусный ужин, какое-то турецкое блюдо, я даже название не помню. Ну, вкусно. В общем, обжариваем лук, чеснок, морковку с фаршем и добавляем сладкий перец. Потом томатная паста, соль, специи. И отдельно кубиками нарезаем вот так картошку. Ее отправляем в духовку, ну, чуть-чуть погреться. Потом достаем и все это вместе перемешиваем снова. Посыпаем сверху сыром, можно добавить майонез, сметанку сверху. И снова в духовку отправляем, пока картошка у нас не приготовится до конца. В общем, получается очень вкусный ужин. По идее, можно добавить туда и брокколи, кто любит любые овощи. Ну и так тоже получилось вообще огонь.